знаете, это если резкий звук, вот тогда оно непроизвольно даже. А тут нам надо их обезопасить и убрать, у нас больше вот эта ударная волна, нам страшно стекла. Вот это вот ранение, потому что все-таки стекло, вы понимаете, что может, да. И поэтому мы их уводим отсюда. Они ушки закрывают, вот знаете, ну как им так безопасно и комфортно. Ну и вроде бы как так надо по правилам. Она считается как... Это все происходит ночью, потому что, чтобы никто не видел, куда они стреляют. Попадает снаряд, и все взрывается. Я боюсь, что нас могут просто обстрелять, и мы все умрем. А потом еще раз было в детстве, что наша деревня вроде обстреляна. Stabilize the economy of our country because of those signals which say that tomorrow there will be war, because these signals were sent by even respected leaders of the respected countries, and sometimes they are not even using diplomatic language, they're saying tomorrow is the war. This means panic on the market, panic in the financial sector.